может быть, и Варшев, я не знаю, кто конкретно именно, может быть, юристы РШФ, считают, что это не так, и условия соблюдены не были, и формально сданные документы не означают аккредитации. Вот именно в этом правовом поле все и стоит. Поэтому я предлагаю РШФ. Другое. РШФ не надо ничего утверждать. Вопросы. Надо сделать запрос в РШФ. Гениально. Просто запрос в РШФ. Я сказал, позвоните. Правильно, я понимаю. Это то же самое, про что я говорю. Нет, это запрос, это решение. Саша, все гениальное. Это то же самое. На слово. Да. Ну все гениальное заключается в том, что значит, ведь за что стоит РШФ? Что не должны соревнования проводиться на территориях неаккредитованных. У нас в ноябре соревнования. В марте месяце уже прошло. Подождите секундочку. Подождите секундочку. Мы вот тем протоколом заставляли меня ускорить это положение. И я сделал, как обещал. До 1 января все шаги сделал. Дальше, что же мешает сейчас? Просто вот зацепиться за то, что там... Да нет, не в этом дело, нет. Понимаете? Смысле, что мы есть юристы РШФ, а РШФ работает подождите, с юристами. РШФ вот этот протокол будут исследовать. Нет. Да нет. Они не протокол нет, будут, они ваши протокол будут. Они юристы РШФ, они тогда что делают? Не аккредитованы, не аккредитованы? Да нет. Вопрос речь нет, шла о 1 января, как некоторые рубежные сами дачи. Сами установили, причем да. Юристы РШФ. Да не вы установили. Не мы установили. Ткачев, мы нет. Давайте так. На начале заседания выступил Александр Васильевич Ткачев, да? И который сказал, что с 1 января федерации неаккредитованные, не с ними проводить соревнования РШФ не будет. В 2014 году. Ну подожди. Да. И в связи с этим мы приняли решение, да. Что до 1 января. В сложившейся ситуации, я считаю, неважно, вот это будет так, как предложил Андрей Васильевич, как предложил я, суть-то одна. Над нами стоит Российская шахматная конечно, федерация. Конечно. Пускай она окончательно и примет решение, прав ли Сергей Борисович, или... Я говорю, перекладывать на чужие плечи. А да это не Сергей Борисович, мы не можем принять решение сейчас. Мы решение приняли. Мы, федерация, приняли решение о проведении в Суздале. Но! Саша, мы же сейчас что говорили? Только что перед этим. Андрей Васильевич, минутку, ведь мы же только что перед этим говорили, да, установили сами себе срок там 2 месяца. Что если у нас будут какие-то там вот эти вот, а если 2 месяца не прошло до этого момента, то все нормально, мы приняли решение. И 2 месяца то у нас сейчас 5 месяцев впереди, и у нас все в эти... Сергей Борисович, мы с вами можем вот на кухне говорить о чем угодно. При чем тут кухня? Вот я вам сейчас скажу при чем. Вот мне сегодня пришлось утверждать положение о проведении Кубка Волги. Мне задают вопрос, на который я не мог ответить. Ребята, почему у вас... Соревнование детского кубка проходит, и написано по правилам, вида спорта шахматы. А почему у вас в рамках же кубка Open турнир по правилам ФИДа? У вас, ребята, противоречие получается. Я вообще рот открыл. А каким же правилам делать? Международные это соревнования по правилам ФИДа проходят. Два положения пиши. У меня два и написано. И мне микро...